небольшой лайфхак. То есть идеально, идеально, есть такое понятие, называется базовые ценности. Например, всегда есть базовая ценность — любовь. Вот есть любовь. Это базовая ценность. Люди хотят любить, быть любимыми и любить кого-то. То есть любить детей, деньги, там, себя, там, родных, маму, папу, там, кого угодно, да? Это базовая ценность. Причем, что значит базовая? Это та ценность, которая была 5 лет назад, которая была, как таракан, 500 лет назад, и которая будет спустя 5000 лет. Какая еще базовая ценность бывает? Да? Ну, естественно, еда. Еда – это тоже базовая ценность. Что еще из базовых ценностей? Конечно же, безопасность. Что еще из базовых ценностей, да? Это статус. Ну, я продолжу, да? Это получается комфорт. Ну, грубо говоря, еще одна базовая ценность называется удовольствие. Ну, давайте еще, может быть, деньги. Ну, потому что люди с появлением денег, они решили их хотеть. Если вы не знаете вообще, как, из чего, где генерить идеи, смотрите базовые ценности и накладываете их вот сюда, сразу, да? То есть и у вас получается, допустим, вы не знаете, что сделать какой-то канал, вы делаете канал, допустим, про еду. Как это звучит, да? Зачем люди готовят себе еду? Это не значит, что вы просто берете и начинаете, сломя голову, делать какой-то видос. Нет, вы просто вбиваете этот вопрос в YouTube и смотрите, какие ролики уже по этому запросу сняты. Соединяем базовые ценности, да? Что приготовить и безопасность, чтобы не отравиться, деньги недорого. Что приготовить, чтобы это можно было безопасно съесть, а выглядело это шикарно. Деньги и статус. Знаете, то есть вот работая с этой методологией, просто поставляя какие-то переменные, у вас все предельно получится. Теперь, друзья, внимание. Я хочу вам задать небольшое домашнее задание. Возьмите на одном листике, напишите эти вопросы, на втором листике запишите базовые ценности и попробуйте сделать 21 идею, то есть 3 разных канала. И у каждого канала по 7 идей. Попробуйте, это обязательно доставит вам, первое, удовольствие, да, а второе, это прокачает ваш мозг и креативность. Помните, креативными не рождаются, ими становятся. И вот этим простым методом, нашим уникальным методом, по методу таракан, вы вполне себе сможете сделать идеи для вашего видео, либо найти первые идеи для вашего канала.